все финалы. Один. Во всех финалах встречаются эти два спортсмена. Итак, Дэвид Шин, главная судья. Слева Цыпин Кокс, справа Пушкарь, борьба. Давай, Пушкарь! Давай, Пушкарь, давай! До 4 побед. Всего 6 поединков. Всего 6 поединков. Если будет 3-3, будет дополнительный поединок. Надо сказать, что никогда еще спортсмены не проводили между собой. Именно эти спортсмены, арфайт, на левую руку не боролись, на правую никогда у них не было пока такого шанса. Вот сегодня решили проверить, кто же все-таки сильнее вот в таком мини-марафоне. Поединок обслуживает регулизатор Дэвид Шин. Держи. Плечо подымай! Подымай плечо! Плечо подымай!
да, плечо. Хорошо. Плечо поднимаем. 2-0 идет Ильинцев. Редко видишь такую борьбу. Мы вспомнили о весеннем году, а вчера смотрели с вами открытие Паралимпийских игр. И многие из нас видели другого нашего товарища Алексея Ашапатова, который передавал эстафету Олимпийского огня, тоже состоялся как большой спортсмен. Сначала в армрестлинге, потом ушел в легкую атлетику, стал чемпионом Паралимпийских игр уже 4 раза в толкании ядра, метании диска. Итак, очередной поединок Ушкарь-Цыпленков. Давай. Пальцы. Пальцы. Плечо подводь. Плечо подводь. Хорошо, правильно. Подводь плечо. Не. Давай. Оп, давай. Не. 4-0. Поздравляем нашего суперчемпиона Дениса Цыпленкова.